Сборная команда Бердска, составленная из юных футболистов 2014-15 годов рождения, успешно выступила на 14-м международном футбольном фестивале «Большие звезды светят малым», прошедшем в Анапе. Участниками фестиваля стали 74 команды. Согласно регламенту соревнований, команды были разбиты на группы. По итогам этих встреч определили участников розыгрышей призовых мест и именных кубков. В результате борьбы с командами Белгорода и Звенигорода сборная команда Бердска одержала победу в матче за кубок Владимира Граната. Мальчишки показали себя очень хорошо. Тренер был очень интересный. Очень много разных ситуаций в России. Если тренер команды рассказал о полученном опыте своих подопечных, сами ребята вспоминают о соперниках и делятся впечатлениями о своих победах. У них была защита плохая, они не держали игроков. И мы очень старались. Дуралан. Проиграли, были сильные, сильненькие были очень сильные. В эти дни ребята вновь собрались на тренировку и оттачивают свое мастерство под зорким взглядом тренера. Впереди у них еще немало различных стартов, и хочется верить, что все они будут такими же успешными.